Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в Among Us. Это игра, которую знают уже, наверное, все, и все в нее поиграли. Но если вы вдруг не знаете, что за игра, вы видите ее впервые, то я вам расскажу кратко. Это игра, в которой куча людей, какая-то там кучка N, 10, по-моему, человек, не знаю сколько, я первый раз сам сейчас буду играть в нее, находится на корабле, должна выполнять задания и в то же время должна вычислить самозванцев, которые втесались в ряды команды. Собственно, те игроки, которые являются самозванцами, должны убить тайно всю команду. Собственно, вот такие правила. Это очень забавная концепция. По сути, это как игра «Мафия» или, ну, куча игр вот в таком плане есть, где нужно вычислять самозванцев. И давайте, я сегодня первый раз буду с вами заходить. Посмотрим, стоп, почему я нажал локально. Мы будем играть онлайн, мы будем искать комната. А, черт, нам нужно ввести имя. Так, здесь стоп. Обычно я ввожу всякие дурацкие имена. Я не хочу здесь лохануться с именем, потому что людей будут смущать странные подозрительные имена. Поэтому давайте что-нибудь такое, что не вызовет подозрения. Friendly. Ладно, хорошо, обычное имя. Я буду Женя. Видите, я уже честен. О, мы можем кастомизировать себя. Фламинго себе на голову и цвет изменим на белый. И штанишки, конечно. Во. Обнаружен предатель среди нас. Мы можем бегать. Короче, нам нужно пройти в электричество. Где у нас электричество? Короче, нам нужно электричество починить, проводку. Давайте будем смотреть, где у нас проводка. Ой, блин, мертвое тело нашли. Кто? Двоих убили. Кто это, сволочь? Я вот против него проголосую. А почему нет? Смотрите, большинство против Фицика. Мы сейчас Фицика выкинем за борт. Фицик не был предателем. Один предатель остался. Ну вы даете, ребят. Просто взяли и слили чувака. Почините щиты. Давайте починим щиты. Я иду зачинить щиты. Чиним. О май год. Ура! Задание выполнено. Я починил щиты, я полезен. Значит, у нас еще осталось электричество починить. Побежали. Если мы не можем вычислить врага, то хотя бы мы можем помочь нашей команде. Мы здесь. Возможно, я здесь буду не один. Я здесь. О. Фу, блин. Так, убили красного. Я думаю, что это плеер. Выпнуть его. Стопудов плеер. Плеер? Где нашли? Желтый? Нет, это синий. Синий такой. Нет, я задание выполняю. Вяпоняю? Что это за язык пришельческий? Все, мы сейчас кикнем плеера. Интересно, прав я или нет? Да. Степа против меня проголосовал? Да вы охренели. Сейчас бы плеер нафиг. А, черт. Как так? Ошибочка вышла. Тогда это Степа, по-любому. Эй, не трогай меня. Я не доверяю тебе. Давайте постоим здесь и, пожалуй, не будем лезть на рожон. Почему этот чел за мной бежит? Все, не трогай меня. Утечка кислорода. О, боже мой. 24 секунды осталось. Это саботаж. Я уверен. Степа заставил меня. 3, 8, 7, 2, 6. Окей! Скорей! Нет! Все, мы сдохли! Сладкоежка был самозванцем. О, плеер, здоров! Ты уж прости, что я всех против тебя настроил. 5, 4, 3, 2, 1. Обнаружен один предатель среди нас. Итак, нам с вами нужно выполнить медпункт. Значит, смотрим. У нас здесь есть сканирование. Проведите сканирование. Мы это делаем, делаем. Задание выполняем. Задание выполнено. Итак, проведите картой в управление. А где управление? Оно здесь рядом. Мирон. Странно себя ведет. Так, они там вместе. Вот этот чел тоже странно здесь стоит. О, здесь двое. Ладно. Вставьте карту. Вот, проведите. Слишком быстро. Ладно, я не буду нервничать. Слишком медленно. Тварь такая. Хорошо, задание выполнено, еще одно. Теперь нам нужно в навигацию бежать. А, нет, не трогай меня. Здравствуйте, сэр. Надо двигаться максимально уверенно. Мол, мне нечего скрывать, хорошо. Ура, задание выполнено. Это как было простое задание. Итак, осталось-то вообще фигню. Осталось супер фигню. Давайте, use. Как? Я сделал? Примите. О! Собрание, внезапное собрание. Убили чувака, плееру слили. Ха-ха, что кто? Это синий. Мне кажется, что это светло-зеленый. Он из вентиляции вылез. Кто вылез? Синий? Я видел. Я в медпункте был. Пруфы есть у кого-то? Давайте, не знаю, Дороза чисто на всякий случай проголосуем против сладкоежки. В прошлый раз он подвел меня очень сильно.
Оп! Против меня никто не проголосовал. Отлично. Синего. Пошел вон с корабля. Мы не смогли принять единого решения. Голосование пропущено. Оу. Примите отправленную энергию. Окей, пойдемте принимать отправленную энергию. Здравствуй, нишья. Так, use. Блин, да что такое, а? Собрание, окей, что такое? Это розовый? Кто, что? Я хотел нажать, я был в мидпункте. Это синий. Я почти вас задание выполнил. Кто больше всего молчит? Вот Пьер Дежюх. Вот его, пожалуй, сольем. А, нет, он говорит, я скип. Синий, я буду ходить за тобой. Может, ты меня спутал с фиолетовым? Я тоже. Плеер покинул игру. Не выдержал давления, видимо, сам решил суициднуться. О, все против этого чувака. Походу, сейчас его выкинут все-таки. Да! Он не был предателем, черт! Все, побежали делать свои дела. Оу, как здесь, собственно... Ура! Задание выполнено! Я выполнил все задания. Да чтоб тебя! Опять совещание срочное. Дебилы, шо? Значит, это фиолетовый. Что? Зачем синего выгнали? Че у вас там... За паника. Я за розового. Короче, я против сладкоежки. Не знаю, мне пока некого подозревать. Окей, смотрите у нас, как дела обстоят. Пока никого, да, не выкинули. Мы не смогли принять единого решения. Голосование пропущено. Один предатель остался. Блин, кто же это? У меня тут даже заданий никаких не осталось. Скотина. Кто это сделал? Кто ушел? Это точно не сладкоежка. Так, все, смогли? Отлично. Так, теперь мы всей тузой ходим, да? Человек, вот эти вот все ребята остались. И еще там другой был. Нас закрыли! Нас, блин, закрыли! Так, кто у нас здесь? Сладкоежик. И вот эти два человека, и Пьер Дежюх. Так, член экипажа не может организовать совещание срочно. Это Миша! Миша! Он закрыл дверь. С нами всеми. Я везде бегал за ним. Да, это черный. Мы были с ним в меди. Миша, 100%. Пруфы. Как закрываются двери? В медпункте было 4 человека. Миши не было, и двери закрылись. Я на камерах сидел. Хорошо, 4 секунды осталось. Все, можно не париться. Что в итоге произошло? Кого мы выкинули? Ха-ха-ха! Есть! Я так и знал. Победа. Прекрасно. Сладкоежик снова с нами. Я видел, как он в вентиляцию зашел. Опа, начинаем. Я член экипажа. Итак, один предатель. Наша задача. Электричество восстановить. Окей, побежали. Пока у меня все мои друзья. Я никого не подозреваю. О, погодите, что это? Проводы. Сюда. Почему мне... А, только слева направо можно вести, да? И только аккуратно. Есть! Здесь аккуратненько. Окей. Это готово. Здравствуйте, мистер Фалленшлахен. Нет. Будь ты проклят, дядя. Что-то здесь надо нажать, наверное, нет? Окей, сработано. Сработано. Что? О, я не знаю, как это работает. Что должен сделать здесь, в реакторе? Запустить реактор. Да я ж... Как же я могу знать? А, все, я понял. Так. Тик-тик. Пик-пик-пик. Пик-пик-пик-пик. Пик-пик-пик-пик-пик. Есть! Нам нужно к щитам сходить, там починить все быстренько. Давайте смотрим. Значит, вот так-тик-тик-тик-тик. Все щиты восстановлены. Здесь снова, да? Ах, ты ж будь ты проклят! Значит, 4, 2, 1, 6, 4. Окей. Бегом. Все, выжили? Выжили. Сволочье. Какое-то сволочье. Кто посмел? Значит, желтый, синий, красный. Есть! А! Нет! Это Роророг! Это был Роророг! Дженни убили! Дженни убили! Пишите все в комментах! Эфните меня! Дженни убили! Ах вы твари! А это сладкоежка он теперь за меня! Может, мы подружились с ним? Оранжевого! Правильно, за оранжевого!
Есть! Есть! Все! Вот, спалился, короче. Не знаю, как, видимо, потому что это я сказал. Я передал им из астрала. Да! Победа! О, сладкоежка здесь опять. И я снова член экипажа. Да чтоб тебя. Пойдемте в навигацию и быстренько все. Мне нравится монетка. Итак, что мы должны скачать данные. Хорошо, скачиваем. Раз, два. Ждем. Ой, мне нравится. Ну, пожалуйста, пожалуйста, все, выполнено задание, выполнено. Все, Годин стоял рядом, и вроде бы он не злой. Он бы меня убил уже, потому что я был там один. Вот этот чувак с фламинго на башке. А там он еще один. Так, закачать. Раз. Что за плохое соединение? Быстрее скачивайся. Вот, пошло, пошло, пошло. Ура. О, привет, ребята, как у вас дела? Починить проводку надо. Сейчас меня убьют. Кто это здесь стоит? Илья. Нет, Илья свой. Так, хорошо, поставили. Смотрите, нас опять куда-то зовут, навигацию. Окей. Окей, мы выполнили еще заданий. Надо запустить реактор и починить проводку еще где-то. Илья, это наш чел, он добрый, хороший. Никого не обидит никогда. Вот она. Скорей, синий. Ага, розовый. Красный, желтый. Есть. Осталось только реактор починить. Точнее, запустить. Давайте. Ага. Пик-пик. А, черт, не то нажал. Не торопись. Пи-пу. Пи-пу-пи. Пи-пу-пи-пу. Ой, ко мне подошел чел какой-то. Пи-пу-пи-пу-пу. Нет. It's okay, it's okay. Все, я выполнил все задания. Я все задания выполнил. Что это дает мне теперь? Как только я выполнил задание, что теперь со мной происходит? Теперь я круче всех. Монетка. Ладно, монетка тоже. Найдено. Найдено. Тело найдено. Где тело нашли? Желтый рядом с трупом стоял. Я увидел на камерах. Монетка. Возле электрики. Кто предатель? Все одновременно пишите. Давай сперва монетку, потом оранжевую. Стоп, ты сказал, что по камере... Видел. Кого ты видел? Если это не он, значит оранжевый. У нас нет причин доверять сладкоежке только из-за того, что мы с ним играли в предыдущих катках. Он там говорил что-то про камеру, уже лень смотреть. Я видел, как красного убили по камерам. Кто убил? Я воздержусь, просто воздержусь. Я скипну. Так, Ророк. Кажется, у нас сейчас Ророк вылетит. Ророк не был предателем. Мне бы посмотреть, где эти камеры. Опа! Может быть, монетка, может быть. Почему ты так думаешь? Я не убил. Нужны доводы. Ну, гоу, монетку. Я видел, как он туда шел. От трупа. Как хотите. Я к трупу шел, он шел оттуда. Ты меня убедил. Всех убедил. Это точно не она, да? Монетка не был предателем. Давайте найдем сладкоежка и походим за ним. Так, хорошо, снова у нас дискуссия. Что такое? Хотите, голосуйте за меня? Да-да. Он врет, мне пофиг. Ты меня убедил. Меня легко убедить. Он сливает просто других типов. А мы ему верим. Так, пошел отсюда, сладкоежка. Он не был предателем. Блин, как неловко получилось с нашим другом. Кто теперь? Теперь мы будем каждого сливать, кто говорит против кого-то что-то. Собственно, я выполнил все свои чертовы задания. Все ли я выполнил? А вот и не все. Петя и Илья остались. Годин. Это Годин. Почему он за мной побежал? Победа. О, почему победа? Так, как так получилось? Почему победа получилась? Дженни, ты предал меня. Задание все выполнили. Я действовал в общих интересах. Это всегда оправдывает всех. Если вы вдруг что-то сделали почему-то мнению не так, просто говорите, я действовал в общих интересах. Окей, я снова член экипажа. Коу запускать реактор. Что это за фен такой? Оу, ноу. Оу, ноу. Emergency. Кто? Все, давайте просто скипнем. Это плохое голосование. Не в тему. Хотя, плеер один, походу, враг на будущее. Окей, пропустили голосование. Так, а теперь пойдемте в оружейную. Надо что-то замутить в ней. Скачайте данные. Окей, данные скачаны. Пойдемте и скачаем еще одни. Кстати, я еще ни разу не смотрел в камеру. Я хочу посмотреть. Окей. А, вот как наблюдаются люди за камерами. Хорошо, а кто это? Связь, два чувака, медпункт один, электричество один. Как понять? Это что такое? Окей, карты ставим.
Все, хорошо. Доступ есть. Мне не нравится, что монетка за мной бегает. Перестань за мной бегать. Так, плеер один. Я слежу за тобой, плеер один. О! Найден. Мертвый чувак. Где? Есть подозрение, что это плеер. Он странно себя ведет. Бежит за мной просто так. Ну что сразу я? Это по-любому он. Теперь я убежден, сливаем плеера. Не знаю. Все. Смотрим. Да. Все, по-любому он, я прям 100 пудов ему, он прям за мной бежал. Видели, как он странно себя вел? Пошел отсюда. Он не был, прости, чувак. Ладно, все, бывает такое, я обознался, ладно. А, нет, кто сделал? Надо срочно держаться вместе. Все, молодцы, умницы. Опа, emergency, хочешь что сказать? Что такое? Что случилось? Кто? Белый? Я помогу отпечаток оставить. Это желтый. Потому что, когда начался саботаж, он стал в авк, потом побежал. У меня пока нет подозреваемых. Короче, это салатовый. Я пока скипну. Мы не смогли принять решение. Мне пока не дают сделать мою работу. Ага, держим. Задание выполнено. Осталось только реактор включить. Самое легкое. Я нашел труп. Опа, не желтый. Салатовый, что ли? Белый, я думаю. Нет, я нашел труп. Возможно, это черный, но это только подозрение, я не уверен. Я сразу к реактору бежал. Я бежал выполнять последнее задание у реактора. И нашел труп. Кто где был? Я был в реакторе. Блин, это салатовый. На, саботаж устранял. Черный. Ты где был, черный? Я хз. Решайте сами. А может, это белый? А может и нет. Я шел к реактору. Все так говорят. Может, это вообще монетка? Все, голосование состоялось. Пропустить голосование. Блин. Воу. Так, Илья что-то пришел. Давайте пока просто убежим отсюда. Сейчас нельзя вообще никому подходить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, я выполнил задание. У-ху. Че он за мной бежит? Пошел ты! Вон он что-то ходит. Он идет, блин, мне не нравится, да. Это салатовый. Он очень странно себя ведет. Слишком близко ко мне пытается подойти. Слушайте, я видел, как зеленый прыгнул в вентиляцию. Я выполнил все задания. Он врет. И я тупо бегаю. Если ты видел, как тот прыгнул в вентиляцию, то почему не жал на кнопку? Стоял в главной комнате и пытался ко мне подойти. Это салатовый. Черный, голосую против салатового. У меня уже попытки кончились. Есть! Пошел вон с корабля! Илья не был предателем! Черт! О, нет! Поражение! Хорошо сыграно, черный. Умница просто. Ладно, я думаю, на сегодня это все. Все-таки это веселая игра. Я думаю, в нее еще прикольно играть, когда ты можешь общаться вот именно по микрофону. И тут, судя по всему, надо просто друзей своих звать и играть вместе с ними. Друзей у меня нету, поэтому вот буду решать эту проблему. За сегодня я еще ни разу не был самозванцем. Возможно, в следующий раз. Если вам понравилась эта игра, то обязательно поставьте лайк, чтобы я знал, что вы хотите видеть меня в роли члена экипажа или самозванцев в следующий раз. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, вступайте в мои соцсети. Все ссылки будут в описании под видео. Ну, я прощаюсь с вами и всем 5!